из рассказа, куда мы приехали. Мы приехали на чайную фабрику. И вот тут целая гора чая. Видать, сушится, судя по сеточке. Запах приятный очень. Такие аппараты стоят. Здравствуйте. Здравствуйте. Thank you. Factory name is Glenlock. That's why I'm in Glenlock. This factory started by Scottish person. That's why our factory is Glenlock. Paprika начинали одной скотийский человек. То есть англий. And this factory is 140 years old. 150 лет. Here. Расскажи, Лися. Это измельчитель. Там высушили, сюда положили. 20 минут потерли, он куда высыпался. Высыпался куда? Ну вот туда. 270 килограмм. И вот тебе готовый чай, да? Наверное, нет еще. Он же еще не досушенный. We can take out those and put into the sieving machine. Это что? Сепаратор разделяет по калибру чай. So after dryer, it like this. Вот это хороший, да? Это good. No. Take after dryer. Вот это good. Вот это good. Иди сюда, слушай. Вот они три вида. Take after dryer. Imagine it's a great color.